Здравствуйте, многоуважаемые дони и доны. Гумилев Николай Степанович. У меня не живут цветы. Красотой их на миг и обманут. Постоят день, другой и завянут. У меня не живут цветы. Да и птицы здесь не живут, только хохлятся скорбно и глухо, а на утро комочек из пуха. Даже птицы здесь не живут, только книги в 8 рядов, молчаливые грузные томы, сторожат вековые истомы, словно зубы в 8 рядов. Мне продавший их букинист, помню, был горбатым и нищим, торговал за проклятым кладбищем. Мне продавший их букинист. Всем спасибо.